На площадке студенческого центра «Интеграл» состоялся первый тренинг предпринимательских компетенций. Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» был призван для раскрытия предпринимательского потенциала и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Участники тренинга получат знания о технологическом предпринимательстве, игровой опыт технологического предпринимательства, диагностику своих компетенций и возможности для развития бизнес-проекта. Подобные тренинги проводятся не только на площадке ЖГТУ имени Калашникова. Всего планируется охватить тренингами предпринимательских компетенций во всем Приволжском федеральном округе около 6 тысяч студентов. Это крупнейший проект, который представляет платформа университетского технологического предпринимательства при поддержке Министерства науки и высшего образования и МФТИ как оператор всего вот этого проекта, проводимый на территории Российской Федерации. Всего в ЖГТУ курс обучения пройдут более 700 студентов вуза. Наш университет от сегодняшнего мероприятия, вообще череды мероприятий, которые проходят в рамках недели технологического предпринимательства, имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, когда мы участвовали в этом конкурсе, мы оказались единственные от республики, кто заявился и кто победил. Но это показывает просто наше желание что-либо делать. Машиностроительный факультет посетил руководство Федерации практической стрельбы во главе с руководителем аппарата Федерации мастером спорта, судьей международной категории Артемом Рожковым. Накануне кафедра стрелкового оружия совместно с индустриальными партнерами объединения «Арма» выиграли грант на производство запасных частей для спортивных винтовок фирмы «ЧИЗЭТ». Федерация практической стрельбы является основным потребителем этой продукции. У нас есть все, но только с нашими в купе, так сказать, с индустриальными партнерами. Понятно. То есть часть берем на себя мы, часть производства именно исполнителя. Имеется в виду финансирование, да? Нет, финансирование государственное. 100% государственное финансирование. Мы берем на себя разработку конструкторской документации и испытания опытных образцов. Руководство Федерации практической стрельбы ознакомили с музеем оружия и продемонстрировали технические возможности стрелкового тира и ЖГТУ. В Техническом университете состоялось вручение дипломов об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Специалист-исследователь». Хотел бы от всей души поздравить вас с тем, что 4 года, когда вы учились в аспирантуре, для вас не прошли даром. Вы эти 4 года изучали много нового. И вершина этого всего на сегодня для вас стала ваша научно-квалификационная работа, которую вы все успешно защитили. Очевидно, что уже в ближайшие год-два профессорско-преподавательский корпус вуза пополнится новыми кандидатами технических наук. На стадионе «Буревестник» имени Александра Хадыкина прошел осенний кросс. Эти соревнования среди студентов проводятся в зачет 71-й спартакиады ЖГТУ. В кроссе приняли участие по 20 спортсменов от каждого института и факультета. Юноши пробежали 1000 метров, девушки в 2 раза меньше. По словам главного судьи соревнований, финишную черту пересекли все без потерь.